В России стало на одно отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям больше. Соглашение о взаимодействии между Главным управлением МЧС России по Дагестану было подписано 17 апреля и данной организацией. Церемония состоялась в ведомстве региона, на которой присутствовал директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Ахатенко. Он возложил цветы к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, и ознакомился с деятельностью пресс-центра. Мне крайне приятно прилететь сюда из Москвы для того, чтобы открыть, или правильнее сказать, наверное, осветить открытие 46-го отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, 46-го отделение, которое открывается на территории Российской Федерации, и все эти 46 отделений очень плотно, эффективно взаимодействуют с МЧС России. Начальник Главного управления МЧС России по региону Нариман Казимагомедов отметил, что подписание соглашения имеет большую значимость для республики, после чего оно было подписано руководителем ведомства и директором Дагестанского мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Русланом Магомедовым. Спасибо большое, коллеги. Безопасность – дело каждого. Мы, я уверен, что этим шагом мы повысим культуру безопасности населения Российской Федерации, а значит, спасем и сохраним жизни наших граждан. В рамках соглашения Главное управление МЧС России по Дагестану обязуется информировать Национальный центр помощи о необходимости привлечения к выполнению работ по предупреждению и ликвидации ЧС волонтеров и добровольческих организаций. Также стороны договорились о проведении сотрудниками инструкторско-методических занятий и учений.